кровь течет по венам. Сердце пульсирует в живом организме. Энергия жизни бьется, течет, пульсирует. Потоки тающей воды – моя кровь. Я жив, еще жив, пока жив. Для них, для мира людей я просто ледник. Лишь километры льда и безжизненные территории. Они не осознают, кто я. Для них Туюксу – лед. Они не знают. Территория льда с заключенной внутри колоссальной внутренней энергией живое существо, наделенное разумом и душой. Существо, способное испытывать душевную боль, способное на радость и гнев, даже на гнев, который может разрушить их покой. Покой. То, что было естественно для меня, вселенский покой, я потерял его. Метущаяся душа, неспособная более найти успокоение, возможно, иногда, и лишь на мгновение. Когда отвлекаюсь от мучительной реальности происходящего, но в своем молчании, даже тогда, когда кажусь таковым глубоко, изнутри, я раздираем страданиями. Замкнутая вода. Потоки тающей воды – моя кровь. Каждый ледник, как индивидуум, обладает своим характером, харизмой, судьбой. И мир людей не знает, что эти титаны сами могут и, возможно, хотят решать, как реагировать на происходящее вокруг. Разум, сосуществующий с ними рядом, но лишь отчасти показывающий всю силу и мощь энергии, заключенной внутри самой себя. День, потоки тающей воды, моя кровь. Я жив, еще жив, пока жив. Потоки тающей воды днем – моя энергия, переполняющаяся через край. Потоки ревут и грохочут. От внутренней борьбы и противоречий, разрушающих меня изнутри, я изливаю эту боль водой, саморазрушаясь, но и неся угрозу всему вокруг. Ночь. Иллюзия успокоения. Колоссальная энергия разрушения даже во сне не дает мне успокоиться. И как ребенок я всхлипываю от плохих снов. Это началось давно. Я и сам уже не вспомню, в какой момент мой нетронутый мир стал на путь разрушения. В одночасье предстал обнаженным и беззащитным перед макрокосмосом, цивилизацией, людьми. Никогда прежде живущий параллельно мир людей не казался угрозой. Слишком неравными были эти отношения. Скорее наоборот. Мои моренные озера всегда представляли опасность для всех живущих вокруг. Ведь мое имя Туюксу в
переводе означает «замкнутая вода». И когда она прорывается, этот ураган неудержим. Ледники подобны демонам. Некая мировая субстанция. Постоянное взаимодействие с противоположным началом. Происходящее со мной в последние годы терзало, будоражило. И в гневе я Туюксу иногда даже представлял, как своими потоками однажды обрушил лавину бушующей селевой массы на мир людей, виновных в моей боли. И, быть может, тогда эта горная катастрофа заставит их повернуть все вспять. Но гнев снова сменялся покоем. Надеждой на то, что время само каким-то чудесным образом решит все мои проблемы и прекратит начатый процесс разрушения. А если нет, то катастрофа, которую повлечет моя гибель, станет неизбежной и для тех, кто виновен в этом. В глубине своей души я, Туюксу, пережил многие оттенки зла. Угадал природу своего мятежного отношения к миру. Это абсолютная невозможность смириться с его неполноценностью, несправедливостью. Созидательная и в то же время разрушительная энергия таится во мне. Противоречивое единство. Неискоренимое стремление к восстановлению гармонии с миром и невозможность осуществления причины моей трагедии. Потоки тающей воды. Моя кровь. Я жив. Еще жив. Пока жив. Я ледник Туюксу, безнадежно любящий жизнь, тоскующий, абсолютно одинокий, вдруг ощутивший пустоту и отверженность. Я часть мироздания, могу стать в нем лишним, отверженным. Туюксу никогда не смирится с этой участью. А если мне суждено будет исчезнуть, я унесу с собой такую же по масштабам часть мира, меня разрушающего, мир человеческого бытия. Стихия и люди встанут лицом к лицу. Разве нельзя бить в набат не тогда, когда процесс станет уже невозможно остановить? И беда будет неотвратимой. А сейчас, прямо сейчас –